С вами маг-чародей Антон Чалий. И сейчас будет действительно самая упоротая игра, которую я когда-либо видел. Про большую, страшную, вонючую ногу. Вы видите это, да? Да это просто... просто охренеть. Я немного разобрался в этой игре, нам нужно все это убрать с него, почистить ему ногу. Вы спросите, какого фига? Не знаю, честно говоря, ребята. Вы посмотрите просто на эти ногти. И я просто охреневаю от, ну, самой игры, это, прикиньте, вот, может быть, это наш дом, может быть, это не наш, может быть, мы какой-то наемный рабочий, да, я не знаю, но факт в том, что нам в дом влетела какая-то большая, большая нога, это просто капец. А теперь я буду просто разбивать, как в Майнкрафте, смотрите, кирпичики, я не знаю, что это у него такое растет. Вот эта вон лестница нам дана все-таки не зря. Ой, что-то я перепрыгнул. Слегка. Слегка перетрудился. Так, забираемся еще раз, прыгаем на ногу. И прям как в Майнкрафте долбим. Так, мы долбим по грибам. Выглядит это все очень... очень не очень. Очень мерзко это все выглядит. Так, какая-то очень странная нога. Смотрите, там внутри полость в ней, что ли? Или что это такое? Охренеть. Так, все, закончили с этой ерундой. Нам осталось убить мух и снять грибы с него. У нас есть модный дезодорант, специально ножной от грибов. Прям так и называется. Ножной дезодорант от грибов. Так, все, бежим, бежим. Бежим, чувачок, давай быстрее. У нас 49 секунд, иначе эта нога нас прижмет. Спрей так медленно действует, очень херовый спрей. Так. Интересно, он оставляет следы на коже? Чик, еще убить мух. Не успеваю, не успеваю. Целых, блин, 13 секунд. Да кто успеет? Штока мух. Штока мух. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, давай. Чувак, мочи мух. А, еще гриб. Вот, блин. Все. Мы не успели. Мы... не успели, и он, походу, растоптал наш дом, прикиньте. Так, давайте нажмем рестарт. У нас теперь тоже появилась тактика. Сначала мы побежим за самым дальним оружием. Это у нас... что? Это у нас спрей. Бежим, бежим, бежим. Так, что за картина? Какая-то... овсянка или что это? Так. Очищаем, очищаем. Для ногтей. Побежали. Оба. 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 Так. Раз, два. Все. Побежали за киркой. Прям как в Майнкрафте, короче. Будем сейчас бомбить. Мы успеваем. Давайте поклонимся этой овсянке. О, великая овсянка. Ну все, поклонились. Это просто какой-то ножной Майнкрафт. Дикий ножной Майнкрафт упоротый. Так. Бьем по этой ноге дальше. Отлично, просто красавчики. Хорошо, нам нужно убить теперь мух. Так, иди сюда. Иди сюда, сказал. Так, все, последняя муха. Последняя муха. Все? Мы победили. Все, чистенькая нога просто. Зачем нам это надо было делать, я не понимаю. Но мы справились с этим. Поэтому мы красавчики. И мой вам совет, никогда не запускайте свои ноги, особенно чтобы у вас росли грибы, потому что это не очень. Внимание, внимание, много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути, YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка, нажми ее и поставь галочку, сообщай мне обо всех новостях этого канала. Сделал? Четко, теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешуительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка внизу. Всем пока!